Дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне, я очень рада вас видеть. Сегодня у нас замечательный, быстрый и простой рецепт чудесные, вкуснейшие лепешки или мини-пиццы для всей семьи. А я опять к вам сегодня с кабачком. Нам понадобится два небольших кабачка, общий вес примерно 700 граммов. Натираем на крупной терке, я натираю прямо в дуршлаг, чтобы стекала лишняя жидкость. Прямо здесь хорошенько посолю, перемешаю и оставлю минут на 5-7. Теперь кабачки нам нужно хорошенько отжать, я делаю это с помощью ложки. К кабачкам добавляем 2 крупных яйца и всыпаем 5 столовых ложек сверху овсяных хлопьев. У меня овсяные хлопья быстрого приготовления. Все хорошенько перемешиваем и обязательно даем этой массе постоять, чтобы овсяные хлопья разбухли, стали мягкими. Сюда же для аромата я добавлю чесночок, у меня сушеный, и немного зеленого лука. Противень застилаем бумагой для выпечки, у меня хорошая промасленная бумага, или можно воспользоваться силиконовым ковриком. Выкладываю по 1 столовой ложке, но с таким очень приличным верхом, кабачковой массы, и вот так аккуратненько распределяю, формируя небольшой круг. Духовка у меня уже разогрета до 180 градусов, ставим выпекаться лепешки на 10 минут, у меня с конвекцией. А пока займемся начинками. Начинки могут быть, конечно, абсолютно любыми. У меня сегодня куриная грудка, она копченая, можно взять и отварную. Пару сосисок нарежу небольшими кружочками. Тоненько нарежу шампиньоны. И половинку красной луковицы. Прошло 10 минут. Лепешки не до конца еще готовы, они схватились, по краешкам подзолотились. И теперь пришла пора выложить начинку. Сначала лепешки я слегка смажу кетчупом, выложу немного красного лука, ну и какие-то лепешки у меня будут с куриной грудкой, а какие-то с сосисками. И не забываю про грибочки и немножко помидорок в черри. Сверху слегка присыплю натертым сыром, у меня сулугуни, и поставлю обратно в духовку еще на 10 минут. Вот такие красивые, очень аппетитные и ароматные лепешки пиццы получились. Очень вкусно и сочно, можно подать и на завтрак, взять с собой на пикник или в виде перекуса, в общем, на любой случай. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Обнимаю всех крепко-крепко. Пока-пока, увидимся!